Ритуалы на 13-е, на мост, черные карты и джокеров. Эти ритуалы делаем с моста любого на реку. Участвуют две черных карты и только джокер красный в виде исключения. Ритуал работает с 12 по 14 включая, в любое время суток. Этим снимете очень сильный негатив или поставите крадник, даже поменяетесь судьбой. Кидаем с моста две карты. Перед этим говорим заклятие, свою просьбу и кидаем с моста. Детали просьбы можно сказать позже. Если река замерзла, то кидать при ветре, чтобы карты унесло. Все исполнится. Карты любые годятся, кроме тех, на которых играли. Если совсем катастрофа, то карты брать с черной колоды и добавить откуп букет на кладбище. Восьмой вариант – снять порчу на заточение и разорение на восьмерке к хозяину крематория. Восьмерка крести плюс восьмерка пик. Сказать: хозяин крематория, тебе тюрьму и заточение, разорение. По реке спускаю, настоящей темницей для кого-то они обернутся у тебя. Сними с меня порчу на заточение и разорение. Дай подонкам это вдохнуть, тебя прошу и заклинаю. У нас был вариант, где снимаем на судьбу, на тюрьму, где по судьбе, по роду там вы отбываете, чьи-то грехи, может быть, или кто-то из знакомых снять. А это именно если вам делали порчу. Этот вариант снимает именно порчу. Вы ее отправляете по реке, и она возвращается, естественно, тому, кто это вам сделал. Но в любом случае он разбирается, судит. Кто обращался к хозяину крематория, знает, какая там мощная сила и какие у него жертвы. Эти жертвы он может запустить на вас. Он бог и подземного огня, бог смерти. Очень могущественная фигура.